так продвигается работа по увеличению нашего навеса для размещения дойного стада. У нас в этом году еще добавится, вернее, в следующем году добавится примерно 10, а может и 15 нетелей. И поэтому нам нужно добавлять места для содержания коров, то есть боксы. Как видите, наш 10-метровый коровник, вот в этом месте мы расширили, вот как он выглядит сейчас. Видите, здесь образовался навозный проход, здесь боксы для коров, и там свободное место, мы туда складываем солому для подстилки. Вот примерно так же мы сделаем и здесь. И вот мы продолжаем увеличивать этот навес. Как видите, получилось неплохо, то есть даже 10-метровый навес может вместить у нас при длине 60 метров, может вместить примерно 60 дойных коров. Вот сейчас мы добавляем, вот у нас есть возможность, мы сейчас и по деньгам, и по бетону, по погоде сможем залить вот этот кусочек. Вот мы его и готовим. Вот мы вывели уровни все, сейчас трамбуем песок и привезем бетон. И по сетке зальем бетонный проезд. И чистится навоз будет в ту сторону, в те ворота. Вот. Таким образом мы постепенно можем увеличивать этот навес и увеличивать места для содержания коров. Сейчас это выглядит вот так. Можем делать дальше до самого доильного зала. И тогда вот эта линия у нас будет линия до доения коров, а та линия будет линия после доения. Между вот этими двумя проходами к кормовому столу будут у нас проходы. Вот здесь сейчас стоит поилка, здесь будет проход. А поилку вынесем уже на проход. Вот здесь сбоку на проходе будет эта поилка. Вот, вот так это выглядит. То есть, как бы, это помещение для дойных коров позволяет нам делать трансформацию постепенную, с увеличением стада, с увеличением возможностей по продаже молока. Мы увеличиваем и размер коровника, пристраивая вот таким вот образом помещение. Вот эту стенку мы уберем, и там будут боксы. Все, коровы будут мордой в ту сторону лежать. Вот так. А здесь будет навозный проход. Ну, он будет чиститься трактором. Или вот я вам анонсирую, в будущем мы будем делать, проведем на следующей неделе, скорее всего, испытания. Специально для нас компания Мотомул сделает мотомул. И мы попробуем чистку навоза с мотомулом. Главное, без выгона коров. То есть попробуем чистить навоз при наличии коров в коровнике. Ну, а здесь вот уже забетонированы столбы. И будет продолжение крыши. Вот так вот. На этом месте будут боксы для коров. Стенку эту уберем. Все железки продольные срежем. Останутся только столбы. Вот так вот. И фактически вот мы столбы сделали по всей длине. Столбы из... Эта труба 100 на 100 квадратная. Бурили землю бензобуром и заливали, бросали несколько лопат цемента, раствора бетонного, туда опускали эту трубу 6-метровую и заливали раствором уже по кругу, выставляли уровни в двух плоскостях. Все, вот таким вот образом заливаются столбы. Я почему говорю, потому что меня спрашивают многие подписчики наши. Вот говорю, как эти столбы ставятся. Ставится столб такой двумя человеками очень быстро. Ну, бензобур тоже сильно облегчает работу. Вот эти столбы мы поставили, наверное, за, может быть, часа полтора. Они сейчас 6-метровые, но потом они будут срезаны на ту высоту, которая нам нужна по скату крыши. Вот как сейчас, вот видите, камера может покажет, как вот идет скат крыши, так мы и сделаем. То есть вот здесь у самой стенки высота будет не очень большая, но где-то в рост человека. И здесь мы будем хранить солому для подстилки. Вот и все. Значит, еще какой момент. Вот эту стенку тоже сделаем, пленкой закроем, чтобы было светло в коровнике. Ну, пожалуй, и все. Еще один момент, который бы посоветовал, это мой брат инженер советует. В помещениях, где вот эти столбы вот так забетонированные подвергаются воздействию навоза, рекомендую ставить
вот в них сверху на этот столб одевать пластиковую канализационную трубу и внутрь трубы заливать бетон. Трубу использовать как опалубку для бетона. И тогда на какую-то высоту, может быть, вот на метр, там, на сантиметров 80, тогда получится железная металлическая основа столба будет защищена от воздействия навоза агрессивной среды. И он тогда прослужит дольше, этот столб. Это вот в местах, где, ну, даже вот здесь, вот видите, с крыши капает, вот здесь плохо столбу. Мы их будем красить, конечно, но это будет внутри коровника у нас, этот столб. Ну, вот таким образом мы выходим из положения. Наш небольшой коровник мы расширяем, чтобы не строить новый коровник. Любой новый коровник – это новое строительство с нуля. И, конечно, это и дорого, и, ну, как бы очень сложно с точки зрения, опять, наметить пути для движения коров на дойку, наметить пути для навоза. Мы сейчас делаем место для выгрузки навоза. Это тоже все недешево. Там площадка буквально 300 квадратных метров, обходится почти в 1000 рублей за квадратный метр. Это просто площадка, где лежит навоз. Временно хранится до собирания и для буртования уже на поле, для выгрузки на поле. Вот. Ну, вот этот навес тоже. Вот здесь площадку тоже планируем забетонировать. Ну, не знаю, это пока в планах. Вот сейчас я, главное мое видео показать, как можно из нашего навеса 10, шириной 10 метров без средних стоек сделать навес шириной фактически в 15 метров и разместить две линии боксов для коров в таком коровнике, причем оставить еще и навозный проезд и кормовой стол, чтобы был у коров в закрытом виде. Вот так. Ну вот, фактически мы делаем продолжение вот той пристройки, которую мы сделали там. Но мы там еще подняли крышу, ну а здесь уже не получится крышу поднять, будет так, как идет скос крыши, так и пойдет дальше. Вот. Ну все, всего всем доброго, до свидания.